Осталось 2 недели. До тарелевого оливье. Будем праздновать новогоднюю? Конечно. Надо подготовиться. У нас там столько списков, кто что должен делать. Надо подумать над этим, а то мы останемся. Строим оливье. У нас были, по-моему, шапочки вот эти вот. Новогодние. Где-то были, мы что, в прошлый раз. Надо, в прошлом году-то были шапочки. Шапочки не вопрос, он на машине продается. Да, они там 3 копейки стоят ваши. Да, что покупать у нас же будет. Отдельные шапочки. Главное не шапочки, а главное, что мы там будем. Конкурсы какие проводить. Конкурсы, да. Какие конкурсы? Ну, 2 недели это уже нормально. Надо же это делать все. Готовиться, чтобы потом не бегать под Новый год со всеми, а заниматься нормально, а то все попадают в эту вот, потом же болеть еще. Два года. Не могу. Скидки. Скидки. Надо все купить. И там скидки, черная пятница еще. Поддала жало. И ты носишься как этот. В этих пробках все приезжают в Москву, да, и начинается. Капут. Лучше на даче сидеть, не вылазить. Или дома у камина. Да, и смотреть фильмы. Точно. И дрова подкидывать. Могут. Тоже неплохо. Ну, это каждый день. Я даже посмотрел чуть-чуть. Последний император. Ну, это история, надо знать историю. Ну, как бы хотя бы, ну, так чуть-чуть, как что где произошло. Смотрели «Последний император»? Нет. Я 3 часа идет. Я вам что удивил, так вот, я думал, что последний император, это Пуи, он вот умер, когда, ну, революция случилась, но потом и наш император. Ну вот я тоже об этом, у меня не было информации, мне стало интересно, что здесь. Да, типа, он прожил даже достаточно большую насыщенную жизнь, да, император сказал в коммунистическом Китае вообще. Да, вот это интересно было, действительно. Наших всех резанули. Да, а этот императорскую семью. Да. То есть интересно даже, почему вот такую вот историческую параллель, то есть я рефлектировал, когда думал так вот, да, типа вот, представьте, наследный принц Алексей, потом, грубо говоря, становится царственной особой, да, потом его изгоняют со двора, и когда гитлеровская Германия приходит в Россию и поддерживает гитлеровскую Германию, по сути дела, да, и вот это вот интересно было бы вот, историческую параллель, а он потом еще советником Хрущева становится, потом такой, вау, вот эта идея. Ну, это как Пуи прожил, получается. Ну, да. Прям Мао Цзэдун. Интересно. Да, вопрос, какой вопрос? Юрий, я хотела спросить, что такое Пуруша и что такое Профетий, так, чтобы это понятно было. Я по аюрведе не знаю, что я там запуталась совсем в этих проклятий и Пуруша. Ну, на самом деле, сложного ничего нету. Есть проклятие – это природа, а Пуруша – это создатель. Все. Вот то так. Это, ну, как бы вселенная на этом жиждется. То есть есть тот, кто создает, да, и есть, кто поддерживает это все. Ну, как мужчина, женщина. Так, а, легче. То есть, получается, мужское начало, да. Это Пуруша? Да. Да? То есть, да. Дух. Наслаждающийся. А Пуруша, Пракрити, это женская энергия. Все. Особо ничего не думаешь. Инь-янь. Ида Пингала. Черное и белое. Все. А какая-то Пракрити бывает проявленная и непроявленная? Что значит непроявленное? Это же тоже, если природа. Это в аюрведе? Да, там книжечка по аюрведе, там санкхи вот это вот.
что это и Санхи, и йога, это как бы одинаковые понятия, в принципе. Ну, там надо конкретно посмотреть, что написано. То есть, в чем не проявлено. Природа в чем не проявлена, может быть. Ну, я принесу вам, покажу, тогда спрошу, потому что так. Ну да. То есть надо конкретно в ситуации разбираться, да. Что там. И вот еще там дается понятие татв, это вообще... Ничего сложного. Татва – это основа. Откуда что взялось? Ну, а что, там 25 татв на основе, в аюрведе 25 татв. Да. А что такое вообще татва? Я же говорю, это основа. Татва – это основа. Но откуда что берется? Основа всего. То есть, опять же, надо разбираться в чего. То есть, каких-то... может быть, болезней, я не знаю, основ болезней, к примеру, если это аюрведа. Татва, например, да? Да. То есть из чего изначально что? Поэтому опять надо детально разбирать, о чем речь. Понял. Так, ну смотрите, если вопросы есть какие-то еще? А вот вопрос у меня касательно вдоха и выдоха. Да. Одинаковые просто? Да, вдох равен выдох. Правильно. Да. Есть детали. Да? Например, Кришнамачарья давал, там есть Лангхана и Брахмана. То есть вдох и выдох разные. Там на вдохе вдох больше, выдох меньше. Да? Можно менять. Это уже будет... Она дается как терапевтическая процедура. То есть Кришнамачарья, он как бы лечил людей еще. Да? То есть вы знаете, он потом, когда ушел на пенсию, он уехал из Майсора в Ченнай и там открыл мандир, ну, ашрам. Он сейчас существует, Кришнамачарья. Вот. И он как приехал туда, там оказалось, что ну, до этого он давал уже йогу на таком уровне, как бы на, так сказать, ну, больше для спортсменов, да. А когда он приехал в Ченнай, он понял, что все больны. И он опять ушел в лечение такой вот йогой. Вот. И вот эти вот все темы, он стал опять, они стали опять актуальны. То есть, если вдох больше, то там на и выдох тоже, да. Смотря что там хотеть. То есть какие задачи. Я сейчас не буду спекулировать, но примерно там, да, там это выглядит так, что Лангхана это для тех, кто... Там зависит от болезней, да, еще, то есть какие у него болезни, да, там, бронхи, еще что-то, ну, какая часть, да, и из-за этого ему дают определенное дыхание, либо оно больше на вдохе, либо выдох больше. Соответственно, человек излечивается от каких-то конкретных болезней. Задержки дыхания тоже имеют место быть. На вдохе, на выдохе. В принципе, это аштанга-пранаяма. То есть это ну, как бы метод. Метод аштанга. Ну, я, например, просто заметил, вот все это бутана падасана, да, когда я держал. У меня ноги уже валятся, я стал просто вдох делать меньше. И то же самое в Будхе. И ну, додержал. По поводу легче это все индивидуально, да, потому что у каждого Будхи есть много нюансов, которые могут спасти человека от дрожи. Некоторые, например, вот я иногда вставляю плечи там, как-то, ну, начинаю проседать чуть-чуть, так легче становится чуть-чуть. Визуальный какой-то можно добавить вариант. Например, я начинаю считать ну, свой да, ментальный процесс. То есть я считаю свои. Один, там, два, три, четыре. То есть мне не важно уже счет. Да, потому что если брать Майсор, да, там считают, ну, если я вам буду так считать, вы меня убьете. Я своих считаю 45, а там 10. То есть примерно выглядит так. One. Lift up. Все сидят.
ту. Понятно, да? А я считаю по-своему. Внутри, там, внутри, да, я раз, два, три, ну как бы дыхание, я считаю дыхание сорок. Я считаю 45 своих дыханий, а там всего 10. Ну и что делать? Вот приходится всякие выдумывать. Я поспрашиваю, у каждого свои варианты. Кто что делает. Кто там медитирует. Надо отвлечься, понимаешь? Нереально, ты же так не делаешь. Ты же не делаешь так в обычном. Ты почитал там, если в обычном варианте все по-другому, то я имею в виду и myself класс. Он же другой. Что хочешь там делаешь? Замедлился, завис, отстроился, продышался, да, где хочешь. Где больше, где меньше. Вот класс, нет. Георгий, это только на лифтакте он так долго считает? Или вообще долго считает? На Васана. То есть на Васана тоже зависит? Я вам вот как иду, вот класс. Uh-huh. Он такой же. Uh-huh. Я в Четурангу зависаю, чтобы вы не бегали. Uh-huh. Четуранга, Четвари. Тоже немножко, да, чтобы мы держали? Чтобы вы не бежали, потому что вы же летаете. Uh-huh. Вы же не слушаете еще. У вас внимания нету. А лед-класс — это первое, это внимание. Это самое важное. Чуть-чуть ты отвлекся, все, улетел. А счет есть один. Все. И я же все время говорю, Потапки Джойс сравнивал его лед-класс счет с повторением джапы. Она должна быть внимательной. Понимаете? Вы считаете внимательно там. Ом, ом, там, ом намах шивай, ом намах шивай, ом, 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 да? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна. То есть, если вы отвлеклись, все, вылетели. Медитация. Медитация. А здесь то же самое. То есть, вы, вот, пожалуйста. Пурватанасана. Да, я просто забыла. Вот, а я про это и говорю. Я, кстати, откликнулась на название асаны. Сказали, я поняла, что это такое. Когда вы на своем уме, вы отключаетесь, вы на своем уме. Это и есть выход из медитации. Понимаете? То есть, что такое медитация? Это вам дают какие-то объекты концентрации. Да? На что-то, на все что угодно. Там, на дыхание, на чакры. Да? Плюс какие-то визуализации. Там, огонь, там, я не знаю, свет, что хотите, там, медитация, да? А вы в своем уме, так, наверное, я не выключила конфорку. А вдруг молоко, да? То есть вам дали процесс, понимаете, о чем я говорю? Все, вылетели. Потом щелкнуло, я же медитирую. Обратно. А что там? Где там огонь? Где там чакры? Понимаете? Вот что такое медитация. Поэтому и все говорят в один голос, все учителя, что аштанга, йога, она подводит к медитации. Процесс. Да, то есть там есть этот процесс медитативный. Мы его просто используем или не используем? Это уже... Мне кажется, он тогда включается уже основательно, когда ты асаны уже выполняешь. Есть такое. Ну, конечно, конечно. Так сначала вы следите... Уже физика у тебя уже накатана, и все. Конечно, конечно. Тогда сначала мы работаем с физическим аспектом. Потом, когда он более-менее уже наработан, мы можем сидеть спокойно. Да, там, ну, или асаны. Да, там, ты асаны делаешь, ты уже не думаешь. Потом уже мы переходим на дыхательный процесс. Мы отстраиваем дыхание, мы следим, чтобы у нас дыхание было не такое, а растягивать начинаем, да? То есть три подхода. Первый – это Анна Майя Коша, это оболочка физическая прокачивается. Это нормально. Мы устроены так. Потом праническая – Прана Майя Коша, Прана. И Анна Майя Коша, это уже ментальная.
То есть мы из этого состоим, из этих оболочек. И чтобы дойти до ментальной, надо пройти эти две. Единицам получается сразу взять ментальный процесс. Потому что, а как ты будешь, физика как? То есть если ты ничего не делал, физика-то куда-то должна, что-то с ней должно быть. Она должна слушаться. Колени не должны отваливаться через 5 минут. Дыхательная система должна быть мышцы, которые обхватывают диафрагму, да, грудной отдел. Они должны в тонусе быть. Если они вот такие вот, если там еще, то как ты будешь дышать, чем будешь? Не будешь дышать? Будешь, но ничего не получишь. Ну что ты получишь? Вопрос, как бы. Поэтому первое — это все-таки тело. Конечно. В порядке должно быть. Мы не можем тело убить. Оно нам дано здесь. Для того, чтобы перемещаться в этом материальном мире. Чтобы ходить, деньги зарабатывать. Даже ум, он тоже материальный. У нас тело делится на две части, вы знаете, да? Ну, я имею в виду физическое и психическое. Вот мы сейчас лежали, тела не было. Вообще тела не было. Да, и вы работали с чем? С вашей психикой. Да. Вот. То есть так ощущение, что ты размазан, да, вообще по всей. Да, вот, а вот это и есть ваше тело. Это тело. То есть это физическая оболочка. Ум – это физическая оболочка. А вот душа уже, ну, до нее надо дойти, понимаете? Настолько надо обнулиться, чтобы дойти до души, чтобы она стала вам что-то там, голос, да, там, как это уже называется, параматма. Давайте вам ответ. Душа – это частичка Создателя, и она у каждого есть внутри. Но это любовь. Проявляется когда? Ну, проявляется не только как любовь, но и как просто голос, внутренний голос. Вот, чтобы до него дойти, надо раскопать и ум обрезать. Понимаете? И эго, эгоизм тоже. А эго – это ахамкара. Мы с вами все это изучали. Вот вам, пожалуйста, вы можете… Это все физическая оболочка. Это не тонкая. Ну, так бы тонкая, но это тело. Тело, мы из этого состоим. И физика со всеми ее анатомией, физиологией, 10 системами. И психикой с 5 системами, 5 органами, как можно сказать. Это у нас манас, ум, потом ахамкара, ложное эго, будхи, интеллект, и что еще? Три. Вы помните? Ахамкара, интеллект. А еще? Из 8 элементов уже нас состоит. Нет, это духовных, да? Это не духовные вещи. Духовные связаны с душой, а психика наша, она... Не, ну как бы некоторые считают, что псайхи, она переводится как душа. Да, есть такое. Мы говорили тоже. Вопрос как бы... А как же отделить психику от души? Тут, по-моему, не отделишь. Это же все переплетено. Переплетено, согласен. Но просто вы должны знать, что такое душа. Душа описана в Бхагавад-гите. Что это такое? Она меньше волоса, она не умирает, не рождается, понимаете? А если вы умираете, если человек умирает, да, то с ним умирает его психика. То есть, ну, я имею в виду, умирает его ум. Когда он рождается, его ума уже нету. А душа вот это, возрождается. А вот это вот куда девается? Вот это зернышко-то? Душа остается. Куда она девается? Куда? Ну, в какое-то там время она находится в каком-то пространстве, пока не попадает в новое тело. В зависимости от того, что человек заслужил. Чем он работал.
работал на заводе. Ну и на заводе можно работать, но думать сознанием может быть йога. Это не важно, где он работал, мне кажется. Важно, что он, как он жил. Какое у него сознание. Как он думал, да. О чем он думал, да. Привязан он был к зарплате или нет? Раздавал он, да? Да. Зарплату помогал он, или он там... Был пожертвование давал. Да. Мы с вами на семинар целый пошли на эту тему. Это все равно как физика, каждый раз, как первый раз. Все равно все осознается очень непросто, потому что такие понятия непростые. Понятия непростые. Понятия на практике это все. Вот вы лежите в практике йога-нидры, да? Да. И там, пожалуйста, изучайте. Это очень хороший показатель изучать. Где у, да? Прям чувствуешь, что тело нету, где тело? Хорошо, видите, значит, уже тоже хороший показатель, что по факту это действительно я же не тело. То есть тела-то нет, а я живу, а я-то, да, процесс там идет, соображает. Процесс идет, тела нет, а я живу, значит, я не тело. Ну, можно такую реализацию получить? Можно. Вот, пожалуйста. Нет тела, ничего не чувствую, а я живу, то есть я же соображаю, сердце бьется, пожалуйста, вот он. Йога, через йогу, а как ты так почувствуешь, не почувствуешь, вот вам, пожалуйста, процесс, надо записывать все. Тетрадочку записывать. Надо читать просто. Я надо писать себе. Я не тело. С этого начинается йоговское обучение. Я вам больше скажу. Когда человек приходит к учителю, он говорит ему, а ты не тело. И даже не этот раз. Да, и ты, и он попадает в замешательство как-то. То есть все, вот с этого начинается обучение. Бхагавад-гита об этом. Что Кришна ему сказал, ты не тело, иди сражайся. И все они тоже не тело, они давно все умерли. А он жил на интересной концепции. Он хотел наслаждаться после битвы. Да? А как же я их сейчас всех убью, а как я буду наслаждаться? Думал о себе, как о теле, и о них тоже, как о теле. А он ему говорит, ты не тело, ты душа. И все, и он упал. Меч упал, лук упал, все. И с этого начинается обучение. Ну, по-хорошему, да, конечно. То есть я не говорю там. Но работаем-то мы опять с телом все-таки. Через тело. Потому что оно есть. Я и говорю, мы не можем его обрубить, рвануть, убить. Оно нам дано как инструмент, не сама цель, да, а для познания чего-то большего. Своей души, духовных вещей каких-то. И все-таки к познанию духовных вещей в основном йоги идут через аскезы. Вот сколько я не смотрела фильмов всяких, вот там и Махабхарата, и Бог богов Махадев, там они все садятся в аскезу, уходят в аскезу месяцами, сидят, повторяют мантры. Возьмите любую традицию христианство, мусульманство, индуизм весь, любые другие там традиции, да, они все человека дают ему какие-то аскезы, да, для того, чтобы он понял, что он не тело. Через аскезы. Через например, ну, как посты, да, диета, посты. Покаяние, посты. Называть можно как угодно, через молитву. Человек, он а что в этом процессе происходит? Он понимает, что у него ум уходит. То есть ум, вот вы сейчас лежали, да. Ум ушел, все, осталось только сердцевина, да, вот она. Вот то же самое там происходит. Вы не едите, но сразу, у меня есть знакомая,
Она 40 дней не ела. Все. Она потом нам все сказала. Что надо. Она получила опыт. Она практиковала, практикует йогу до сих пор. Вот она получила йогу, связь. Пришли и все ей сказали, кто ты на самом деле. То есть она отключилась полностью? Она отключила ум. Он перестал ею владеть. Не за покупками, да, там. Ну, не важно там, да. Ну, проблемы. А туда, инсайт. Йога – это инсайт. Через питание, через, ну, как бы, как вы можете рубануть свой ум. Вот вам практика аштанга-йоги. Она вам дает возможность сконцентрироваться на дыхании, да, дришти дает все ум, он в какой-то момент, ну, там, кому-то на 10 минут, кому-то 20, кому-то 30, кому-то час, да, но он уехал. И вот когда он уехал, вы начинаете уже работу серьезную. Начинается всплывать. А когда ум, я же говорил, да, когда ум обрубает, начинает всплывать самскары. Там целая наука. Вопрос можно? Конечно. Вот мы говорим там, я много чего изучаю о том, что там отходить от материального, погружаться вглубь себя и так далее. Но не отрицание ли это той материальной жизни, в которой мы есть сейчас? Ну, то есть совсем если не поддаваться там таким маятникам жизни и уйти вглубь себя и отрицать там Ашан, да. Ну, материальную жизнь, да, да, скажем так, да. Не противоестественно ли? Противоестественно, потому что не надо ничего отрицать. Должно быть и это, и это. Должно быть, у вас должна быть и духовная практика, и материальная. То есть у вас должен быть достаток, вы должны будете иметь все достатки и в духовном, и в материальном. Если вас зашкаливает в духовное, то вы переключаетесь на материальное. Если вы в материальном зависли, да, то вы потихонечку. Это и есть йога. Баланс. Баланс. Ну да, то есть не хочется. Баланс между материальным и духовным. Покупки или там суету предновогоднюю и так далее, но это часть материальной жизни, и отрицать ее это тоже, ну, какая-то крайность. Вопрос как бы наработок, да, чего вы хотите. То есть если вы уже словили, да, в йоге какие-то вещи, то они вас просто уже не дают вам возможность залипнуть на вот эти вот материальные всякие соблазны. То есть как бы вы понимаете, что за ними ничего нет. То есть куда мне ехать, да, там, я могу поехать, ну там, например, на пляж, да, там отдыхать, либо на семинарчик по йоге. Где я получу больше? Там тот же на море, тоже на море. Где я получу больше для себя развития? Ты уже выбираешь. Куда деньги свои потратить? Тот же баланс получается. Баланс, конечно. Ты ловишь и там, и там. То есть ты сразу все махом. Опа. Потому что включился мозг. Ум уже не такой активный, а разум уже преобладает. Но вот не хочется говорить, что все материальное это плохо, и только уходить. Нет, так нельзя. А это некорректно. Материальное, вот оно здесь. Что такое материя? Материя это паракрити. Это природа. Вот. Если мы эту природу начинаем материально начинаем ее использовать, ей служить, как бы, как это выразить, чтобы. То есть мы ее не используем, эту природу, наслаждаемся. То есть я не имею в виду сейчас только, ну, что мы подразумеваем под материальным, да? То есть материальное это тоже работа. И работа, и семья, да, там, ну, женская природа, да, это тоже, ну, как бы материальное, да, считается. Потом я просто все аспекты беру, да. И... Ну, а искусство? Это же тоже. Вот мы наслаждаемся там театром, музыкой. Это тоже все внутри, да. А искусство это, наверное, часть того, часть того. Ну, часть можно так сказать, да. Часть духовного тоже. Если мы эту природу берем и начинаем ей служить, о ней заботиться, помогать ей, да, ну, например, женщина, да, то есть мы не используем ее для себя, а
а мы ей служим, то есть мы заботимся, помогаем им. Тогда эта материальная природа сама, например, как, ну как, если взять, например, больше полезные ископаемые, то есть мы их не берем, да, там нефть высасываем для себя от матери природы, а мы используем экологичные какие-то варианты, то она нам начинает помогать сама, понимаете? Она нам дает больше экологии. Да? Ну нефть, может, она для того и создана, чтобы ее качать? Использовали. Да нет. Ну и что? А для чего она тогда? Ну, здесь все, понимаете, мы же не изучаем этот вопрос. Я хотел, наверное, закончить эту тему, да? Вот. И тогда, понимаете, да, и тогда, если мы в этом вот экосе, экос – это вся наша Вселенная, да, то есть мы в ней живем экологично, то есть мы знаем эти законы природы, вот этой материальной природы, да, и мы не вмешиваемся в эту природу, а уничтожаем. Да, не используем, не сосем ее, как да. Демоны, да, там, это Равана, помните, Равана и Сита, то есть Равана это как демон, и мать природу, Ситу, хотела использовать для себя, помните, Рамаяну? Да, конечно. Вот, на таком уровне, вот, и ну, все равно получил секир башка. Вот, поэтому человек, он должен учиться не использовать, а заботиться о ней. И нефть, она не дана для того, чтобы ее качали, потому что много всяких есть материалов, да, которые можно использовать, не качая нефть. Ну, если мы там машину берем, да. Просто вопрос, это невыгодно. Технологии, они же уже есть, их надо продавать. Люди на этом зарабатывают большие деньги. И никому не выгодно включать там экологичные процессы. А йоги, они должны, они же чувствуют это. У них, ну, предполагается, что чувствительность-то развита. Но все равно йоги скутер используют, а скутер работает на бензине. И мотоцикл Харли Дэвидсон. Да, так не будем показывать пальцем. Я и говорю, что... То есть мы все, как бы, получается... Мы завязаны, конечно. Повязаны. Поэтому надо хотя бы создавать комьюнити, чтобы мы могли эти вещи проговаривать и находить более все-таки экологичный способ решения этих вопросов, понимаете? То есть не быть на поводу демонической, так сказать, цивилизации, да, тот, кто там заказывает все. Ну вот Прабхупад не мог, он не ездил таких, ничего. Таких лидеров очень много. Вопрос просто в нас конкретно, ну, да. А не в них. Ну, да. В каждом индивидуально. То есть мы включены или мы выключены, или нас на ниточках тянут, сосут, и мы ведемся на поводу. Еще вопрос. Давай. Я ответил? Да. Класс. Спасибо. Опять про материальное. И получается, что тоже материальная сторона, отражение ее, ну там, как человек живет, это тоже отражение его духовной жизни. Ну, то да. есть, если он, да. скажу бытовым языком, такой весь просветленный, но бедный, да. значит, все-таки... Конечно, у него косяк. Нет йоги, йоги нет, союза нет. То есть это показатель всего конечно, энергии, конечно, скажешь конечно. Так. Она всесторонне отражается. И... То есть отрицание комфорта это на самом деле. Это не, они, не, нельзя ничего отрицать. Мы живем в этом материальном мире, мы должны использовать. Если показатель того, что человек вообще как бы духовно развит, да, у него ну, не обязательно должны там миллионы быть, да, но он должен быть состоятельным, ну, адекватным. То есть я это называю самодостаточным. Понимаешь, у него не может, может быть, там нет миллионов, да, но он самодостаточный. Достаточно для него. Да, нет да. нужды, когда да, хочу, да, да. Могу. То есть он не просит взаймы. Хочу там. И делаю. Независим, там, пришли, там, не пришли, то есть у него все нормально. То есть ему он не бегает там, отдайте, а почему так? То есть у него все нормально. То есть ему хватает, семье его хватает, она не жалуется. Это называется самодостаточно. А почему же тогда в Индии они обладают такими сакральными знаниями? Мы ездим к ним, учимся.
При этом они такие бедные, вот просто за гранью вообще. А кто они? То есть везде у нас тоже есть... Общая, скажем, нация, национальный достаток очень низкий. Понятно, что с точки зрения там истории, там колонии и так далее, это все объяснимо. А вот с точки зрения Вселенной, если они настолько продвинутые духовно, почему они проживают эту жизнь в такой бедности, не пользуясь... Хороший вопрос. Они, что касается Индии, то она давно уже ее нельзя считать духовной, потому что материальная, как сказать, ну, западная культура, она там уже давно, очень давно. И духовная есть только в каких-то местах. Ну, как бы взять там, да, Индию там. Здесь. А так, ты приедешь в Бомбей, какая там духовность, ты приедешь в Дели, никого там духовности нет. То есть люди, их называют гуру, и они дают вот эти вот, у них эти знания, у них миссия эти знания передать, да, и они это делают. Конечно, у них там какие-то есть последователи, но в целом Индия, она очень большая, и западная цивилизация, я имею в виду западная не с точки зрения там, понятно, да, именно Запада, а именно культуры, культурная западная, она уже там давно. Поэтому нельзя так брать Индию, то есть она, да, куда едут, там просто есть места, куда надо ехать. Все, и они все, в принципе, известны, ну, кому надо. Вот, но нельзя так судить, что вот Индия... Ну, даже если брать гуру, да, и вообще стремление, к чему движет вот эта вот йога, да, и вот, все-таки это некий аскетизм, некие там люди, которые сидят и медитируют, да, где-то горах, и им, по сути, ничего уже не нужно, то есть они приходят... Нет, не совсем в горах, потому что, например, наши все учителя, они говорят, что не надо никуда уходить в горы. Надо быть социальным человеком. Надо быть семейным человеком. Надо быть успешным в этом. То есть нет такого, что ты должен уйти в горы. Это раньше, да. А сейчас в этом веке, в Кали, такого невозможно сделать. То есть нереально жить в горах и что-то там добиваться. Сейчас не то время. Нет, ну кто-то может и есть такие. Ну таких нет наставлений от гуру, да, таких нет наставлений. Они говорят, вы должны жить в социуме, да, развиваться и помогать окружающим. Все. Раньше, да, там постели траву куша, уйди, где нет людей, сиди медитируй. Так они и были, да. Если мы берем там эти все писания старые, да, тот же Рамайна, да, там Рамайна, он там медитировал там тысячу лет, потом спустились там боги, полубоги, они говорят, что ты хочешь? Хочу стать бессмертным, получить какие-то ситхи, они такие надели, все, и он после этого, так как у него качества нет, да. А там бессмертным они не делали. Ну не бессмертным, сказали, да, ну какие-то качества, какие-то ситхи ему дали. Тебя не убьет там ни тот, ни этот, ни тот. Только человек. А Рама сказал, человек. Человек это вообще ни о чем. Я не боюсь человека. Это вообще не серьезно. Идея в том, что это раньше было. Сейчас все поменялось. Гуру говорят другие вещи, чем раньше. Они так и говорят. Один говорит. Конкретное наставление дал йога-тичера. Говорит, давайте, вот и раньше йогу давали как жестко, да, там Кришнамачарья давал жестко. Там, палками мог бить, еще как-то, да, то есть мы видим, ну, раньше был подход жесткий. Он говорит, сейчас не надо так делать. Давайте йогу в такой, ну, как сказать, ну, такой подход, более творческий подход, чтобы люди это принимали. Ну, давайте истину, понимаете? То есть вы должны давать все равно знания, но через уже новые, как бы, тенденции, потому что мы не можем, если человеку давать как бы по старью, так сказать, он просто к нему не зайдет. Он уже в другом настроении. Понимаете? Но он не примет эту информацию. И она не зайдет. Кришнамачарья об этом писал тоже. Давайте йогу так, чтобы она была понятна всем. Да. А не тебе. Не как ты ее понимаешь, а как люди это поймут.
Поэтому я ответил нет. То есть это уже такое понятие как бы размытое. Это и есть йога, материя и духовное. То есть баланс должен быть. Баланс везде. Это же Будда об этом всем говорил. Он же на чем напоролся? Он пошел в лес, ушел из своего царства. Говорит, вы здесь все материи, все есть, ему все надоело, пошел искать. Стал отшельником, потом стал самым крутым отшельником. То есть он там все аскезы прошел, они говорят, все, ты гуру наш. Он говорит, понял, что здесь тоже ничего нет. Не открылось ничего. Он пошел дальше, искал, ходил, уже весь аскетичный, там все, уже никаких золота, ничего не осталось, тряпки висят. И пошел, сел на речку, и там плывет в воде, да? Помните, да? Вот, а там ученик и учитель струнного инструмента какого-то там. И вот они там играют, и учитель такой, ну что ты, то перетянешь, то не дотянешь, середина нужна, середина, и этот услышал, речки, их оговор, середина, и все, ему открылось, в конце концов, серединный путь, и он с этим срединным путем потом стал известным. Серединный путь, середина во всем должна быть, и материя, и духовная. Если что, я говорю, если что-то зашкаливает, вы чувствуете, у вас понесло, там все, я медитирую, идите все. Все демоны, все жрут мясо, а я здесь такой святой, не трогайте меня. Значит, надо идти в социум. Струга. Они вам сразу покажут, кто какой-то святой. Настя, их там просто очень много. Индусов очень много. Ты, наверное, сравниваешь просто с Европой, да? В Европе, как и как в Индии. Мне откликается то, что все-таки сейчас глобализация. Равно нация. Нет, там как бы этого больше, потому что у них как культура это осталось. Мы можем не, эту они тему. Рождаются. Да, они могут родиться в брахманской семье. То это есть там вообще... папа, например, брахман. Это который, ну, как брахман, это человек, который следует как раз ведическим принципам. Да? Но идея какая? То есть раньше же была кастовая система. То есть помните, что такое кастовая система? Это вот как раз. Брахманы, жрецы, потом кшатрии, военные, потом вайши, рабочие. И шудри еще там. Шудри, шудри рабочие, да. И вайши, торговцы. Торговцы, да. Вот, но идея в чем? То, что я родился в брахманской семье, да, и папа у меня брахман. Но я родился, у меня качеств таких уже нету. А он все равно брахманом становится. Ну, да. Понимаете, идет и с сигареткой курит. Там. А какой он брахман? Идет в храм, там делает... Да. Свои виды. Понимаете? Качества нет у людей на это. Не знаю, очень они, особенно там, не знаю, в Гоа очень материалистичные. Ну, в Гоа, потому что деньги, как бы. Там же это курортный город. Деревни курортные. Что вы хотите? Штат курортный. Ты поедешь в Сочи, в Крым, там то же самое. Все хотят деньги, потому что они знают, что если они сейчас с тебя не возьмут деньги, они весь потом не сезон будут морковку курить бамбук. То же самое в России. Если поехать в регион, в глубинку, люди накормят, пригласят. Там другие ценности. Другие ценности. Да. Поэтому мне лично откликается, ну, я, может быть, мало была в Индии, не вот хороший посыл. Надо ездить. Понимаете? Сравнивать. Самому ездить и изучать. И тогда вы приедете в одно место, да? Пообщаетесь с людьми. Вот у нас Таня была, помните Таня? Она списывалась с семьей в Индии. Договаривалась и жила там. С Бранином. Представляете? Помните, она рассказывала историю тут про крыс? Не помните? Она попала в храм, ну, при храме семья, они брамины были, этой, следили за этой, этим храмом. А там целая традиция, она замешана на, ну, это шиваитская традиция, да, там
храме жили крысы. Они их кормили. И она их кормила. Они их все кормили. И когда она первый раз увидела, у нее там что, ее позвали пообедать, она села и увидела, что только что готовили еду, и непонятно кто. И она увидела, как там крысы бегают в этом кастрюле. Ну, короче. А этот же Прохопатый отец кормил крыс тоже, чтобы не оказывается, ткань, оказывается, ткань. У них эта крыса, она как святая. То есть да, они не боятся. Даже в чуме она никто не болел, понимаете? То есть настолько у них сознание, понимаете, другое. Вот как только они поменяют сознание, все, все начнут болеть, крысы начнут дохнуть, она ест, а у нее там крысы бегают по тарелке. И она первый раз, когда она это увидела, она просто, ну, она чуть там и это. И потом, когда она уже не вошла, сама пожила там, у нее поменялось чуть-чуть, она уже потом просто их, то есть ей все равно было. Не, ну они просто не симпатичные крысы, а так-то ничего. Ну вы знаете, это вы так сейчас говорите. Ну почему я крыса? Кто-нибудь не увидит крысу, как насчет орать? Нет, ну у нас же считается, что это разносчики всех заболеваний. Да. Крысы. Разносчики, понимаете. Это же разносчики. Может, и разносчики, конечно. Ты должен адаптироваться к тому, чтобы не заболеть, да. А вот наш обычный человек, если с крысами будет есть, то, скорее всего, он что-то подхватит. Не, ну у них, может, при храме крысы. Я сейчас говорю, эта идея была в чем, я просто перечислил, что надо ездить, смотреть. Вот у них одна культура, пообщались, потом другими пожили неделю-две, да, там, ну сколько есть возможностей. И вы увидите, насколько у людей просто сознание другое. Они могут вам открыть. Так просто рассуждать как бы сложно. У них ценности, какие у них ценности. То есть вы вот эти вопросы можете с ними обсуждать, они вам такое не расскажут. Раскроют всю тему. У них вот, например, в храме может лежать золото. И они собственно, они в принципе богаты. Ну, богатые вообще навсегда. И все их не там. Но они не могут трогать его. У них это просто лежит. Потому что вот есть, ну, нельзя трогать. Но они знают, что вот там, в этом тайнике, там лежит несметное вообще богатство. Им, наверное, передали. Ну там лежит. Они зашли, посмотрели, лежит. А трогать не будут. Вот богатые люди. И сколько еще осталось, не разграблено, да? Да. Осталось же, да, точно. Да, я думаю, что да. Не может быть такого, чтобы и такие есть. Вот, кстати, в Керале, там в храме, там большой храм, там три комнаты, по-моему, было. Три скрыли, забрали золото, а один до сих пор не открывают. Уже под, ну, раньше это сами брамины там это приворовывали. Потихонечку. Да. Потом, когда государство взялось, как бы, что происходит? Да, да. Они одну комнату вообще запретили ходить. А там просто, ну, там все, там, золото, бриллианты, что хотите. Вон, в Англию съездите, посмотрите, выставки. Там вся Индия лежит. Все камни драгоценные. А, да. Какие они богатые были? Они были богаты. Сейчас просто уже как бы тенденции другие. Но все равно у них есть много бонусов. Бонусов много. Они с IT-культурой очень хорошо общаются. У них есть очень много этих институтов. Бангалоре, да. Бангалоре очень известный. Потом в этой долине, в Калифорнии, как она называется. Там большинство индусов работает, знаете? Как именно айтишники. Силиконовые долины. Да, там индусы работают. У них мозг работает. Есть, если начать копать, да, то можно нормально раскопать. И мы поймем, что в принципе Индия, она, как бы, конечно, это от человека зависит. Ты от его культуры, как он воспитывался, в чем его вкладывали, делали, в чем он получал. Поэтому так нации говорить, что вот они там такие. Западной культуры уже везде. Все. У нас она вообще максимально уже. Все. Айфоны у всех. Джинсы, Левис на всех. Бентли почти у всех. Да. Еще чуть-чуть. А это же зависимость.
Человеку много не надо. Для духовного развития ему надо, чтобы у него была еда, чтобы у него был дом, чтобы у него семья была в защите, да? Обучение. Все. Да. Все. В принципе, на самом деле. Возьмите 100 лет назад, люди же жили нормально. А сейчас нам надо обязательно телефон, обязательно машину, там клячу, дачу, непонятно, да? Чтобы это все было. Если ты не такой, если у тебя этого нет, ты уже не такой. Ты уже что-то с тобой не то. Ты уже не ел. Да, надо взять кредит обязательно. И быть с нами. А зачем? Надо. Чтобы соответствовать. Чтобы, да. А чему соответствовать? Теми быть. И получается, что ты уже не ты, да? Как это? Васька или Ванька в 39-м царстве, да? Угу. Не я ем, не я пью, за меня едят, за меня. Понимаете? Ну, это, да, это страшное место, на самом деле. Человек-то убивается, как бы душа убивается. То есть мне это надо? Нет, не надо. Ну, почему? Потом есть же еще момент эстетического удовольствия, когда ты едешь, например, в дорогой машине, касаешься там, там дорогих приборов, к примеру, да, испытываешь удовольствие эстетическое, что ты вот ну, в таком комфортном автомобиле едешь. Ну, это же тоже момент, конечно, человеческий. Конечно, который... человеческие это эмоции. У нас целый семинар, три семинара по эмоциям. Почему человек должен решать этого? Он же... Все вопрос культуры. Как человек себя удовлетворяет. То есть мы же живем все на эмоциях, ты правильно сказал? Эмоционально. То есть мы пришли на йогу получить эмоцию. Да? Мы покупаем себе вещи, получить эмоцию. Да? То есть мы живем за счет эмоций. Вопрос как бы в культуре. Что мы в себя вложили, чтобы эти эмоции получать? Да? То есть есть же люди, у которых это нет, но они эмоционально счастливы. Улыбаются. А где они разгружаются? А потом мы узнаем, что они ходят, к примеру, там, на йогу, в театр, да, там, на танцы. Да? То есть они эмоционально себя разгружают постоянно. То есть у них нет зависимости от каких-то таких вот максимальных материалов. Нет, я не говорю, что их нет. Какие-то есть, но нет такого максимализма из этого всего. Максимализма. То есть машина есть, но она не такая дорогая по ихнему достатку. То есть я не могу себе купить Бентли. Я могу купить, но я потом буду на его работать на ТО на все. Масло поменять 100 тысяч, 200 тысяч. Да? Ну это же временно все. Эти все приборы, эти все машины. Вот была мечта, купил Бентли. Да, нет, вопрос такой. На какое-то время ты кайфуешь. Потом опять какая-то мечта. Нет, не хочу Бентли, хочу там что я хочу. Феррари или Мазерати. Ламборгини. И опять загрузили. И опять, да. Оп, купил, оп, опять кайфуешь. А, класс. Дом хотел коттедж. Потом к этому привык, опять дальше, что-то другое. А, смотрите, это короче... Это все внешнее. Это не внутреннее, да. Это не внутри. Если это истощает, то это не так. Да. Не так, да. Если это истощает. Это скучно. А если ты это сделал, и ты благодарен за это, и ты с удовольствием наслаждаешься ездой в этой машине. Нет, но потом тебе опять захочется чего-то, понимаешь? Опять что-то новое, опять что-то там. Мы сейчас вышла последняя модель. О балансе, середине. Ну, баланс. Да. Просто... Почему? Если человек зарабатывает нормально денег, ну вот у какой-то там действительно серьезная личность, да? Почему бы ему не иметь Бентли? Нормально. Но если я куплю себе Бентли, я не смогу. Юрки, что-то мы тут бьете, миллионеров не особо едят. Пошли чай пить, за чай. Я бы сказала, что чем выше достаток, как правило, мне кажется, меньше йоги. Не особо развито. Ну, не факт. Очень много людей, которые духовные, но они материальные. Ну, это такой маленький процент. Все-таки, если вот говорить, там, часть людей, которые в хорошем достатке, которые получат там определенным путем, будем говорить, не совсем честно. Честно. Уже, да. Они обычно не духовные люди, правильно? Они наслаждаются исключительно материально, но они тоже счастливы в какой-то степени от того, До какой-то сейчас степени, да. Но потом-то они доходят до кризиса все равно. И таких очень много примеров. Они жили, у них были деньги, потом им открылось, и они сказали, я все оставляю и начинаю другую жизнь.
Если таких людей начать раскапывать, которые вот с большим достатком, да, там еще что-то, то можно раскопать очень многие интересные вещи. Например, там, да, его начать спрашивать, а зачем ты купил машину? И он тебе скажет, ну, к примеру, одна ситуация. Ну, потому что у моего напарника по бизнесу такая же. Ну, да. И я не могу себе позволить купить ниже. Понимаете? Ну, статус. Да, статус. Мне нужен статус. Окей. А зачем тебе нужен статус? Ну, как? Если у меня не будет статуса, там, да, то у меня, может, женщина не будет любить. Ну, к примеру. Ну, да. То есть не будет смотреть. Модель, да. Поехали дальше. А зачем тебе, чтобы тебя женщина любила? Ну как? Типа, мне же надо, чтобы у меня было там это. И потом вот эту вот цепочку все время продолжать, да? И оказывается, что если мы дойдем до его рода, да, то его не додали любить в детстве. Мама недолюбила. И вот он эту вот всю свою любовь хочет таким образом показать, что он все время всех сильнее. Показать маме, что и маме, он чего-то достиг. Да, 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 да. Ну, понимаете? Это психология. Это да, как я и говорю. Я сказал про одну цепочку. Это образование. Ну, а вот те, которые еще самой духовной приходят, потому что в детстве у них были травмы, и не любили родители. Приходят, просто они с этим работают. Конечно. Все что угодно бывает. Все же люди, те же цветы, они обычные люди. Просто они доходят, и на эту тему очень много всяких проработок, вы знаете, да, там. Работаем там с родом, там, защищенность, там, проблемные темы, там, выбирайте, с ними работаем. Когда они проработали, все, эта тема закрыта. То есть ему не надо показывать, ему уже в конце концов Бентли не нужен, понимаете. Ему нужен просто, не знаю, Volkswagen там недорогой, и все. Он на нем ездит, все классно. Если он прорабатывает эти вещи. Ну, согласна. Это одна из теорий, а так их может быть очень много.